О ценностях здорового образа жизни с отдыхающими детского оздоровительного лагеря «Березка» поделились психологи Центра медицинской профилактики и наркологического диспансера. Около 120 отдыхающих узнали о пагубных последствиях алкоголя, наркотиков и курения. Сегодня была интересная информация. Я чуть-чуть даже опоздала, но, получается, все поняла, усвоила, спросила у ребят то, что я не смогла, получается, услышать. Ну, очень увлекательно было, многое узнала про железные дороги, про... то, что можно употреблять, нельзя. Получается, усвоила больше. Что бывают такие люди, которым просто наплевать, и потом, когда в будущем они будут узнавать это, они сразу будут тупить, думать, вспоминать, что же было в лагере, о чем нам говорили. И потом будет такой человек, который им скажет: вот ты не слушал, тогда тебе говорили то, что надо слушать. И тогда он только и поймет. Рассказали детям и правила поведения в общественных местах и вблизи железнодорожного транспорта. В основном трагедии на железной дороге происходят из-за невнимательности ребенка и отсутствия контроля со стороны родителей. За текущие 2015 год у нас было совершено два случая травмирования несовершеннолетних со смертельным исходом. В связи с этим просим граждан проводить, думаю, профилактические беседы о безопасности на железной дороге. Данное мероприятие направлено на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на формирование у них правильного поведения в обществе, на отказ от вредных привычек. Специалисты отмечают, беседы с несовершеннолетними о пагубных последствиях вредных привычек нужно проводить как можно чаще и желательно, чтобы это делали родители. Андрей Слепнев, Сергей Устинов. Новости дня.